Водителя БМВ, который пьяным насмерть сбил пенсионера, отправили в колонию. Приговор огласил Сосновский районный суд. На скамье подсудимых 41-летний житель Челябинска. В смертельном ДТП подсудимый частично признал вину. Он пытался оспорить факт пьяной езды. Говорил, что выпил бутылку пива, но уже после аварии. Напомним, ДТП произошло 13 сентября прошлого года возле садового товарищества «Мичуринец». Обвиняемый был за рулем БМВ пьяным. Как следует из материалов дела, водитель, подъезжая к нерегулированному пешеходному переходу, не снизил скорость и сбил пенсионеров. От полученных травм 78-летний мужчина скончался на месте, а его 82-летнюю супругу госпитализировали. Водителя лишили прав на 7 лет и на 2 года и 11 месяцев отправили в колонию общего режима. Такое наказание избрали, учитывая, что мужчина 1 октября прошлого года уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Также родственникам погибшего мужчины он должен выплатить 950 тысяч рублей.